Всем привет! Сегодня 21 декабря. Погода отличная. Немного дымка стоит, но, по крайней мере, не темно на улице и не совсем тепло. А точнее, вот такая температура. Так, пробираемся сквозь деревья. Идем мы прикупить тут подарочки. Нужно будет посылочки отправить. Решил орешков купить кедровых. В общем, временем не располагаем, но примерно минут 40 у нас есть. Так что вас берем с собой. Бельчонок требует игр. Но мы спешим. У нас времени немного. Белла рядом. Белла, покажись хоть. Пусть на тебя посмотрит, а то ты все бежишь так сама по себе. Пошли. Вот так вот спереди на тебя посмотрит. Бежали, бежали, бежали. Бежали, бежали, бежали. Сходили мы успешно. Купили кедровых орешков. Бельчонка. Бельчонка. Бельчонка это, бельчонка. У нас немного времени есть, по дороге поиграем мальца и до дома. В общем, удалось нам сегодня и пошагать, поболтать, поиграть немного. А сейчас мы направляемся домой. Нас ждут еще дела. А вечером пойду прогуляюсь с Оливией. Если будем гулять по не совсем темным местам, то, возможно, поснимаю немного для вас. А это видео прислала нам Ольга из Севастополя. Посмотрите, какая там погода. На экране Николь. Вот и у нас снежок выпал. Ольга, большое спасибо за это видео. Николя познакомилась со снегом. Он бегает, дуреет. Как всегда. Гуляем в нашем парке. Снежок, но у нас тепло. На дороге все тает. Не слушается, не хочет позировать. Николь! Николь! Да. Кто там идет? Кто там идет? Кто нарушил покой твой? Да, да, да. Девушка прошла. Ой, опять понесла. Орех нашла. Орех, орех. Копает орех. Как белочка. Белочки закапывают орешки. Вот он, орешка. Вот орешек. Вот орешек. Вот, белочка у нас, видите, в парке. Белочка. Николь, ты белочка?
наверное, привет из Кемерово. Кто-то переживал, что Николь снег не увидит. Пожалуйста, скажи. Вот и Николь купается в сугробах. Первопроходчица. Так, вот упаковали подарочек. Это для Татьяны. Она у нас выиграла в розыгрыше. Ну, не обращай внимания на этот логотип. Это не обувь, а обещанный приз. Это кормушка-поилка плюс... Ну, лакомство и игрушка. Так что вот все упаковали. Сейчас пойдем на почту. Пахнет, да? Вкусно пахнет. Жалко расставаться. И тебе тоже жалко расставаться. Но... мы победителю отправляем этот приз. Все по-честному. Как и обещал, иду на прогулку с этим пушистиком. В общем, мы побежали, ребят. Нам некогда. Кто кого? Стой. Стой, пропустим машину. Так, мы бегаем. Здесь я Оливию отпустил без поводка побегать. Машин поблизости нет. Движение здесь очень слабенькое. Я думаю, что если вдруг даже машина поедет, я смогу Оливию поймать. Бежали, бежали, бежали. Загнал ее в сугробы. Думаю, что ты не обидишься на меня. Это полезное упражнение. Не знаю, видно здесь, не видно вам будет. В прошлый раз Маша снимала на iPhone, iPhone все-таки выручил. Оля, ко мне. Молодец. Набегались. Оливия паузу решила взять. Мы так пройдемся, погуляем. Здесь движения такого нет. Опасности не представляют автомобили. Оля. Вот она рядышком со мной идет. Я ее подзываю, она охотно бежит. Да, сейчас пройдемся, погуляем. Оливия как бегает хорошо. Она от меня не убегает. Бежали, бежали, бежали. Я тоже с удовольствием побегаю. Вот, вышли на солнышко, чтобы нас видно было. Ну пойдем еще по периметру обойдем. Пошли сюда. Пойдем. Здесь более оживленное место. Люди приезжают, уезжают. Поэтому я сейчас Беллу на рулетку возьму. Да, ну стой. А сегодня 22 декабря. Решили угостить с утра девчонок творогом. Мы запускаем еще один розыгрыш. Он будет проходить уже в Инстаграм. Ссылочка будет внизу под видео. Переходите, кому интересно поучаствовать, пожалуйста. Там будет пост с конкурсом. Внизу в описании будут все условия. Они просты, выполнит каждый. Ну, соответственно, увидите приз. Да, на фотографии будет тот приз, который будем разыгрывать. Вот таким был наш выпуск. Большое спасибо, что досмотрели его до конца. В следующем выпуске постараемся показать любимую игрушку Беллы на данный момент. Всем пока-пока. До новых встреч.